Всем привет! Совместить легкость и приспособленность к сложным условиям в одном ботинке. Казалось невозможным, но вот они. Ботинки Grand Tour от итальянского бренда Kylan. Итак, что это и с чем его едят? Данный ботинок создан для непродолжительных выходов на достаточно сложный рельеф с возможностью крепления полуавтоматической кошки. Но пройдемся по деталям. Верх данного ботинка выполнен из сочетания кожи и синтетики. Манжета мягкая и практически не стесняет движений. Носок и пятка неплохо защищены без ощутимой прибавки к весу. А боковая часть прикрыта полиуретановой ламинацией. Шнуровка двухсекционная, с разделением фиксации в нижней и верхней части ботинка. Что касается внутреннего наполнения, то ботинок получился достаточно просторным и практически не ощущается на стопе. Мембрана Gore-Tex на месте, и можно не переживать за сухость ног во время передвижения по леднику. Если говорить о подошве, то тут делалось все, чтобы ботинок остался легким. Межподошва из пеноматериала не имеет защитного бампера, но при этом получила неплохой уровень амортизации. Задний ран достаточно надежно и качественно интегрирован в ботинок, но на какие-то особые достижения в лазании не рассчитывайте. Жесткость подошвы тут скорее средняя. Но в этом тоже есть свои плюсы. Данный ботинок вполне можно использовать как классический трекинговый. А учитывая его более низкую по сравнению с конкурентами цену, выбор становится еще более заманчивым. Правда, не забывайте правила. Облегчение, как правило, идет за счет прочности. Если вы постоянно передвигаетесь по осыпям и острым скалам, то лучше выбрать что-то потяжелее. В целом, это отличный ботинок для тех, кто отправляется в горы налегке и хочет иметь возможность залезть повыше и при этом не испытывать дискомфорт от тяжелых ботинок. Берегите ноги, выбирайте качественную обувь, подходящую под ваши задачи, и заходите к нам в гости на Сайкино 4.